Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizsam.ru. И давайте в этом видео я расскажу, что вообще изменилось в ГУА после пандемии, после всяких событий известных, что Россия и Украина, хотя не хочется об этом говорить. Чтобы вы понимали, прежде чем смотреть это видео, обязательно подпишитесь на наш канал на YouTube, нажмите на колокольчик, поставьте лайк, потому что здесь будут самые последние новости из зарубежных стран, что вообще где происходит, визы, правила въезда, как поехать, цены, все из первых рук. Вот я сейчас нахожусь в ГУА, как с места событий, а не то, что вот вы пришли в офис, вам турагент рассказывает, который сам в ГУА не был, там, или вообще никогда, или несколько лет. И не забудьте, у нас есть еще канал в Телеграме и чат в Телеграме, там самые последние новости тоже будут, подпишитесь. Так, что изменилось в ГУА после пандемии? Ну, вообще, достаточно много произошло изменений, как многие из них нравятся. Например, стало больше индийских туристов. Стало больше индийских туристов. Но вот как ни странно, что мне нравится, в Кандалиме, в Калангуте, если раньше это было русское место, где отдыхали русские, сейчас там очень много индийцев. А наоборот, центры русскоязычного отдыха в Северном ГУА переместились в Арамболь очень много, не только. Раньше здесь жили зимовщики, но и приехали туристы, так как открылось несколько нормальных отелей, в том числе, например, Нану Резорт и другие, и Морджем. С Кандалима, с Калангута очень много, я там приезжал, даже туристов русских практически нету. Стали продаваться туры Арамболь, Мандра, Морджем, и туризм переместился в эту часть. Пляжи, очень вот как раз меня это радует, стали гораздо чище пляжи. Как раз то, о чем я говорил, поставили урны. Ну и хорошо, что и местные, кто в том числе приходит в эти кафе, понимают, что надо выкидывать в урны, чтобы был вот такой чистый, красивый вид. Это Северный ГУА. Как видите, белоснежный песок, все чисто и нормально. Прямо на пляжах регулярно, что Северного, что Южного ГУА, регулярно убираются, ходят специальные люди, стоят везде мусорки, реально на пляже ГУА стало чисто. Если раньше ты идешь, там бутылки какие-то валяются, что-то еще, чисто убирают. Ну, в том числе, не знаю, может, кто их гоняет, коров или нет, но коров, собак тоже толпами не ходят, как раньше. Следовательно, оставляют после себя отходы. Пляжи ГУА стали чище. Какие еще особенности? В местных кафе, так как европейцам, ну и русским, в том числе украинцам, белорусам, был въезд закрыт, многие стали ориентироваться на местных туристов. Стало много местных блюд, но в том числе и континентальные остались. Скажем так, они расширили ассортимент. И действительно, я вот не ем индийскую еду, я вижу ее много. Но вот такой момент, стали какие-то русские вещи, континентальные. Вот во многих местах такая вещь, например, появились русские сырники. В некоторых кафе, причем их делают достаточно нормально, голубцы где-то. То есть какая-то такая русская еда, которую индийцы стали делать нормально. Часть кафе закрылась, да, многие места, которые были. Но часть осталась работать, например, в Арамболе осталось кафе Кинара. Кафе Кинара осталось работать на прежнем месте, кафе Бесниз остались работать на прежнем месте. Но многие привычные места вот закрылись, что в Арамболе, что в других местах, на их месте появились новые. Ну, например, появилось хорошее русскоязычное кафе-шоу между Мандрамом и Ашвием. Стало меньше хиппи каких-то, вот, допустим, ну, вы раньше шли по Арамболе, одни хиппи. Ну, такие люди, которые там, условно говоря, за чашку чая, как вот индийская власть, помню, заявляли, нам нужны хорошие туристы, а не хиппи, которые не могут заплатить за чашку чая. Но не в этом дело, а вот что меня очень радует, ну, это не только после пандемии, а вообще в последнее время, ГУА борется с наркотиками, со всеми этими элементами, которые раньше были присущими, чтобы, условно говоря, ГУА был, стал похож на более цивилизованный курорт. Еще лет 5 назад это марихуана, гашиш, что-то вам предлагают. Такого нет. Полицейский очень серьезно с этим борется. Кому надо, тот сильно найдет. Но такого, чтобы вот вам предлагали на пляжах. То есть реально хороший чистый пляж. Не ходят вот эти люди непонятные, которые что-то предлагают. В этом плане ГУА стало гораздо лучше, чище от наркотиков.
Но кому сильно надо, кто за этим едет, опять же, я не употребляю, если надо, ну, найдете. Вот, что еще? Стали гораздо больше следить за соблюдением правил дорожного движения полицейские. Вот даже увеличили какие-то штрафы за езду без шлема, вот прям официально было. То есть надевайте шлем, имейте права, все у вас будет нормально. А если нет, просто вам придется уже 100-200 рупий не отделать, наверное, придется подороже платить. И полицейских, например, стало вот между Мандром и Маромболем почти никогда не было, а сейчас стоят. То есть стали следить за дорожным движением. Опять меня это очень радует, по крайней мере, как несколько лет назад я не вижу, что люди пьяные едут на дорогах и мотаются. Или под действием каких-то веществ таких людей стало меньше. Вот. Стали, например, даже следить, вот стоит Сиамский мост, у них появились радары, они стали замерять скорость. То есть какое-то хоть подобие, чуть соблюдение правил стало здесь. Скажем так, полицейские более за этим следить. Но также ездят, в принципе, беспардонно, обгоняют. Ну вот, по крайней мере, я говорю, такого, как раньше, чтобы жопы пьяные там ехали, неслись по мосту, потому что знают, а вдруг там стоит полицейский. Стало гораздо больше хорошего жилья в Гуа. Меня очень радует, даже вот приведу пример. Вот у меня знакомый как раз жила, у него не было кондиционера. После этого люди заехали и говорят, нам нужен кондиционер, если вы сделаете, мы снимем. Окей, оп, и поставили. Чтобы раньше в Рамболе было вот такое жилье, или где-то там в Мандрами, но это было поискать. Вот мой дом, то есть не Indian Style, там кондиционер, как вы видите. Все чисто, хорошо, белые стены. Есть и Indian Style. И такое жилье трудно найти, но раньше его просто вообще не было. Это, чтобы жить в нормальном месте, надо было поискать. То есть стало гораздо больше хорошего жилья. У меня даже стиральная машинка есть. Чтобы несколько лет назад в Индии была стиральная машинка, тоже опять в Сиалиме только надо было жить. Вот у меня стиральная машинка вон там на балконе стоит. Вот она. То есть люди за время пандемии поголодали, поняли, что туристы нужны, им надо нормальные условия, чтобы они поехали в Индию, и гораздо стали лучше относиться. То есть кто был в Индии во время пандемии, наоборот, типа боялись, гонялись полицейские. Сейчас, если ты турист с деньгами, приезжай, пожалуйста, тебя никто не трогает, тебя никто не гоняет, все тебе рады. И наоборот, даже люди спрашивают, о, а когда приедут, когда самолет? Так как, ну, поняли, что туристы приносят деньги, вообще в Гуа стало гораздо более все цивилизованно. Люди стараются привлекать туристов, в том числе и власти штата, об этом заботятся. Ой, как относятся к русским? Вот сразу скажу, во всех видео не касаюсь этой темы, но знаю очень многих спрашивают. Если ты адекватный, нормальный человек, к русскому, к украинцу, к белорусу относятся нормально, как индийцы, так и между собой. Ты не бегаешь с плакатами и не кричишь всякие пропагандистские лозунги. Я общаюсь и с украинцами, и с белорусами, и с русскими, никакого, с индийцами, никакого дискриминации, никаких проблем нету, если ты нормальный, адекватный человек. Больше этой темы не буду касаться, так как, если честно, очень сильно напрягает. Очень много денег потерял. Мы много чего, не говоря уже там о людях. Ну, не буду больше этой темы касаться. Вообще, если подводить итог, в Гуа стало гораздо лучше. Цены в Гуа остались примерно те же. Например, в кафе чуть поднялись, на аренду жилья чуть упали, потому что туристов стало меньше. В целом выходит тоже на то же. Ну, Гуа по-прежнему остается одним из самых недорогих вариантов для зимовки. Что еще по интернету? Стал гораздо лучше интернет. Например, я спокойно по Wi-Fi, вот если у вас нормальный Wi-Fi, я здесь жил в Рамболе и в Верхнем Мандре, я спокойно по Wi-Fi смотрю видео, загружаю вам видео на YouTube. Мобильный интернет тоже стал лучше работать. Раньше невозможно, например, идешь по Main Road, в Рамболе невозможно было говорить, все только голосовой. Сейчас стало лучше. Опять, не супер, как, допустим, где-то в Европе, в России, вот, например, проблема. Могут вырубить свет, в это время Wi-Fi не работает, но сотовая связь работает. То есть в целом Гоа становится с каждым годом лучше, лучше, лучше. Мне в этом
плане очень нравится в Гоа, так что приезжайте. Вся дополнительная информация есть. Подписывайтесь на наш канал. Тут куча видео об аренде жилья, об аренде байков, о правилах въезда. Если нужна виза в Гоа, мы занимаемся оформлением под ключ. Бесплатных консультаций нет. Виза под ключ, обращайтесь к нам. И бесплатная информация в телеграм-канале, в телеграм-чатах. Задавайте вопросы. Мы будем отвечать. Другие люди, кто живут здесь, общаются. Ну все, всем пока. С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.